Пришли с утра, никто нам ничего не сообщил. Увидели ситуацию вот из 5 автомобилей. Стоянка не хотела ни на что отвечать. Сказали, что произошло ЧП. В ГАИ, да, были. Документы все отдали. Только для страховой. Запись из камеры. Камера та, она расположена так, что она как бы не фиксирует этот участок. И сзади камеры. Мертвая зона получается. То есть, ну, по данным, как по неофициальным, то есть за рулем находился сын хозяина автомобиля в нетрезвом состоянии. А по документам там уже третьи лица находятся за рулем. Ну, по официальным документам, полученным из ГАИ. Я вот еще в ГАИ не ездил, владелец тоже автомобиля. Позвонили со стоянки, сказали, вы сильно не расстраивайтесь, приходите, ваша машина попала в ДТП. Как моя машина могла попасть в ДТП, находясь на охраняемой стоянке в час ночи, для меня остается загадкой. Ну, честно говоря, хотелось бы знать, за что мы платим деньги ежемесячно. 1800 рублей, как бы, за что? Стоянка считается одна из дорогих по городу. Да, тут ценник у нее такой. Высокий, да? Да. Даже для Челябинска. Ну, вы можете машины посмотреть, какие здесь стоят. Ну, я ставлю на охраняемую стоянку. Я также могу во дворе ставить, и мне некому будет предъявить. А здесь... И опять некому. И опять некому.